Грядущая ночь, ночь всех святых, шабаш ведьм и потусторонних сил начнется сегодня в полночь. А чтобы праздник удался в Алматы, поставили банкомат для привидений. Банкиры уверены, наличные нужны всем. В эту ночь привидения идут на поиски приключений. Но какие приключения без налички? В ночь перед Хэллоуином Фортебанк установил призрачный банкомат. Снять наличные здесь могут представители потусторонних сил. Аппарат для снятия наличных установили в одном из самых мистических мест Алматы. Это недостроенный дом. По легенде, призраки помешали рабочим закончить строительство. И даже сейчас пугают всех, кто проходит в этом месте. А может быть, дело в том, что им просто не хватало наличных? Во всяком случае, в эту ночь об этой проблеме они могут забыть. Банкомат для привидений – первый банкомат для представителей темного царства.